Предлагаю. Предлагаю это вырезать. Ух, играй. Ну, такое сложное. Не то, что уходил, он там летел. Все сложные. Можно было не бить уже. Двое. Играй. Оля. Самый простой уже, да, самый завершающий. Я за ним. 8-9. Блин. Да, до 14.
Не дозашел судить нас сильно, нас Right.
всегда странно. И все, у нас получается, я сзади, вот чуть-чуть впереди. Чего ты на сетку попадал и пошел назад? Лёва, ты сделал вот так и шаг назад. Ну, стой, вот отсюда ты не движешь, и я не делаю. Свою как-то не эту, вообще не выставлял. Я говорю, других больше не было.
Перебивал, потому что куда-то бежали, бежали. Звонок. Что я там сделал? Я неправильно сыграл. Да не, я там вообще неправильно сыграл. Попал. Ну, на самом деле, на грани. Прям как там. Я целился в ближнюю половину линии. Попал в дальнюю. Ну вот, вот как-то так вот. То есть он сейчас бегает. Хотя бы двигается. А что? Там на верхнем дубе уже там пошел. Счет? Два. Зила. А здесь просто не попал. Почему не знаю? Право. 0-5. Да.
там совсем поле такое. Сейчас тяжелый, ничего тебе давай, глубокий, прям под заднюю линию. Давай, ну, похоже.